Ой, рыгал целый день. Вы меня бросили, мы 5 часов там стояли, потому что у вас нет прав. Почему вы не сказали изначально, зачем вы взялись драйвером, если у вас нет прав водительских? Как мы вы могли со мной так поступить? Мы с твоим мужем все обсудили. Это был не мой муж. Ну, я не знаю, кто он. Вы договаривались, вам позвонил человек. Вам не стыдно такими вещами заниматься, Владимир? Вам не стыдно такими вещами заниматься? Вы на это зарабатываете деньги? А вы на это зарабатываете эти деньги, я вас спрашиваю? Я помогаю людям. Как вы помогаете? Как это вы помогаете, если вы просите деньги? У каждого своя помощь. А, у вас своя помощь. Ну, хорошо. Вот, пожалуйста, это Аня из Украины, у нее детей. Просто вот человек, который ее кинул просто на паспорта, украл паспорта, украл. Я одну в машине с двумя детьми, с больным ребенком, который рыгал, которому плохо. Как вы могли меня там бросить? Я вам звоню, говорю, верните мне документы. Вы мне что говорите? Переночуй где хочешь! Я не гражданка этой страны, вы меня просто бросили на границе. Если бы эти люди, которые меня спасли, я бы не знаю, что со мной бы было. Если бы были бы на моей стране, я не знаю, что с вами бы делали. А чё вам стыдно? Чё вам стыдно, девушка? Чё вам стыдно? Конечно, это чужие операции, конечно. Но вы едете с этим человеком, я не знаю, ну я как? Просто... А что вы стесняетесь? Он если... просто пассажир, иди отсюда. Да, просто пассажир? Да. Да, потому... уже пассажир, да? Молодой человек, почему я должна брать ответственность за мужчину? А, я извиняюсь, если вы пассажир. Наверное, вы тоже ее, наверное, кидаете, как эту девушку кинули, да? Это тоже...